Відкрита трибуна. Яке ваше улюблене місце у Кривому Розі? Моє улюблене місце в місті – це парк 44-го кварталу, тому що там можна погуляти як з дітьми, так і взрослі, можна покататися на атракціонах, коли є акції, можна виграти щось. І взагалі дуже хороше місце, літом там можна покупатися, поіграти в футбол, в волейбол, там є площадки. И вообще там очень хорошо, никогда не было никаких конфликтов, все прекрасно. Последние лет 5, наверное, мое любимое место в городе – это парк «Правды». Я люблю заниматься спортом для души. И сочетание природы, зелени, речки, стадиона позволяет себя держать в форме, в тонусе тела, ум. Настроение на уровне, поэтому, наверное, особенно учитывая экологическую ситуацию в нашем городе, то парк «Правды», наверное, это мое самое любимое место в нашем городе. Моє любиме в городі місто – це парк «Правды» і парк «Саксагані». Там дуже цікаво, особливо, коли праздники. І особливо пісочні часи теж дуже красиво. І когда там елку поставили на Новый год, то очень замечательно. Мне очень нравится, как это сейчас, бывший парк «Правды». У меня четверо внуков, старшая внучка посещает периодически музучилище. Вот. И вы знаете, просто ну, такое удовольствие получаю в любое время года. Спасибо большое за то, что там вот так отреставрировали, привели в порядок. Душа действительно там отдыхает. Я думаю, что это, скорее всего, парк возле нашего цирка городского. Там очень часто можно встретить животных, которые выгуливают, поэтому в основном там. Очень приятно, можно посидеть вечером, он подсвечивается, очень красивое место. А мне очень нравится, как обустроили нас Содружество по улице на Юбилейный парк. Там сквер, его усовершенствуют, его еще больше расширяют. Есть где молодежи вечером отдохнуть. Там так же самое с детками есть, где погулять. Поэтому хочется побольше таких мест в городе. Открыта трибуна.